Девочку, которой мать откусила губу, спецбортом МЧС доставили в Анапу. Самолет «Сухой Суперджет-100» МЧС России провел санитарно-авиационную эвакуацию 4 тяжелобольных детей из Екатеринбурга, Симферополя и Санкт-Петербурга в лечебные учреждения городов Анапы, Санкт-Петербурга и Москвы. Все 4 маленьких пациента нуждаются в высококвалифицированной медицинской помощи, сообщает МЧС Медиа. Как пишет «Вечерний Екатеринбург», среди пассажиров спецборта была пострадавшая девочка из города Ревды, которой осенью 2015 года собственная мать откусила губу и часть носа. Женщину лишили родительских прав и на 4 года отправили в колонию. Девочка отправилась в Анапу в новую семью.